У Гомелі стартаваў 14-й міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы». Форум напярэдадні адкрылі артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы камедыйнай пастаноўкай «Рэвізор». До 7 снежня уключно на сценах областного центра свои спектакли покажут артисты 9 театров из Мазыра, Минска, Бранска, Чарнигова, Таганрога, Тбилиси и, конечно, Гомеля. Евгения Кухаронок протягнет. У программе 14-го международного фестиваля «Славянские театральные встречи» 10 спектаклей. На гомельские сцены выйдут герои пьес Мольера, Чапика, Уильямса, Макдонаха. Все лето свои постановки привезли 7 театров из разных городов Беларуси, России, Украины и Грузии. Господары фестивалю так само постараются удивить как глядачов, так и членов журы конкурсными спектаклями. Дивное питание, чего, звичайно, мы чекаем от фестиваля? Критики открытия. Виключно. На відкрите відкриттю може бути у старим, добрим, знайомим, відомим, це трикруть коштовне відкриттю. Особливость сьогоднішнього фестивалю – святкування у його рамках 80-ти Гомельського обласного драматичного театру. Юбілейний вечір запланований на 6 снежня. Однак урочистостями просякнута уся програма 14-го театрального форуму. Навіть перші спектаклі, які показали купаловці, обрані не випадково. Міновіта постановкою «Ревізор» 80 років тому, 20 снежня, відкрили Гомельський русський драматичний театр. Згадіться, символічно відкрити цієї комедії міжнародний фестиваль і не побоятися почати побудову. Борництво за гран-при с такой высокой ноты. На фестивалях бывает и не самые лепшие спектакли раптом начинают блещать, а альбо самые лепшие начинают наоборот это падать. Тут по-разному, тут такая совсем меньшая, это такое международный уровень, и что-то такое, это такое сутыкнение энергии цікавое, что тебе николи не покидая равнодушным до этой падей. Фестивальные спектакли покажут на сценах Гомельского облдрамтеатра, ГЦК, молодежного и лялечного театров. Выники подведут 7 снежня по завершении опошней конкурсной постановки «Вечера по-французску». До речи, у ей будут задейничены актеры одразу двух театров – Чарниговского музычно-драматичного имя Шевченки и господаров фестивалю Гомельского облдрамтеатра. Евгений Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадио, компания «Гомель».